Привет. У меня сегодня день в очередных бегах. Сначала еду в Дрангедал к физиотерапевту, а потом сразу на работу. Все это галопом, все это вперед. Одежду я с собой взяла, косметику с собой взяла. Вот, так что физиотерапевтические сегодня процедуры, я думаю, придется немножко укоротить, потому что, по идее, это час времени занимает. Но с учетом того, что мне надо быть в 12 на работе, то надо смыться оттуда где-то без 15-12. Прыгнуть, скокнуть в машину, примчаться на работу, переодеться, накраситься. И добро пожаловать! Да. Сегодня утром меня все-таки ждал подарок. Да. Вчерашний экшен, вернее, ночной экшен, закончился хорошо для предыдущей мышки. Для новой мышки, к сожалению, он оказался летальным. Тюфсик у нас парень упорный, упрямый, добивается своей цели. Если поставил цель принести подарок мне, значит, цель должна быть исполнена. Ой, в общем, утром нашла мышку. К сожалению, уже в холодном виде у порога спальни. Так что пацан у нас четкий. Пацан сказал мяу, пацан сделал мяу. Да. Вот такие дела. Погодка шикарная, на работу не хочется, а надо. Сегодня пятница. Пятница. Основная масса, наверное, будет валить опять на даче. А кто будет с города возвращаться, а кто еще как-нибудь. Вот. Так что, думаю, будет как раз вот середина много. Вот такие вот дела. У меня еще 10 минут до работы. Туда надо навестись красоту, чтоб не приходить голой, вернее, с голым лицом. Я косметику взяла с собой, ну так, чисто галопом, потому что уже вырисовывать особо нет времени. Вот так, с миру по нитке, раз и личико нарисуется. Конечно, из меня бьюти-блогер никакой. Ну вот берем кисточку и рисуем. Берем кисточку и рисуем. Все-таки машина гениальная вещь. Особенно для женщины спешащей. Зеркало там, зеркало сям. Даже подсветку можно включить. Сам себя не насмешишь, никто нафиг не насмешит. Правильно, Оксана Владимировна? Правильно. Вот, опять же, сам с собой поговоришь. Комплимент себе отвесишь какой-то весь сказочный, красивый. О, вот я уже глазки рисуются. Сейчас нам чуть-чуть придадим глубины. Чуть-чуть.
Да? Ну все. Сейчас еще так. Нарисуем реснички. Вообще. И нас не догонишь, не перегонишь. Да, и будет красота. Та-та. Вот. Купила тушь лореалевскую. Называется Falsh Lash Wings. Вот. Что мне в ней нравится, то, что в ней щеточка такая, как наподобие старые добрые времена были в Невеевской привалке. Она так разгребает. Не просто так мягко, а именно расчесывает ресницы. И они классно смотрятся. Вот. Ну, как говорится, еще пару штришков. И все. И я буду красавица. Прям писаная. Или описанная. Ну все. Теперь могу ресницами песчаные бури устраивать. Как там в этом слове? Подождите. Ой, как это, как это, как это, как это? Ну, на Мордюкова, когда она танцевала во сне. Так и я. Почти. Но мне, конечно, до Нуны Мордюковой как до Луны. Но что-то общее у нас не есть. Так. Да, ну, красота, конечно, страшная сила. Так, время. Так, время еще у меня есть. С прической, конечно, не сегодня. Но приеду на работу. Забомблю. Потому что тут уже лак я с собой не взяла. На работе есть лак. То мы сделаем лакировку. Да, погода, конечно. Погода шикарная. Солнце, тепло. Но надо на работу. Тра-ла-ла-ла-ла. Байк. Барханы практически исчезли, а я уже на работе.